Год укола. Ну, вот этот комплекс отвечает за венозное русло в нашем организме. То есть, где у нас есть вены, они есть везде, да, практически. Во-вторых, то есть, дальше вот воздействие на давление у всех разное. Вот помните себе, на артериальное давление влияет у всех по-разному. То есть, есть люди, у которых она прекрасно давление снижает. То есть, голове сразу становится легче, голова светлеет, вот все отлично. А есть люди, у которых оно давление повышает. То есть вы просто знаете, что реакция на него может быть разной. Это не значит, что ой, там не работает год укола, да, и так далее. То есть индивидуальные особенности. Она улучшает венозный отток. И именно это средство в сочетании с соком нони мы используем у детей, когда они страдают головными болями. То есть понятно, что мы должны разобраться, откуда головные боли у ребенка. Но если уже пришли от невролога, и там написано, там, например, там, гидроцефалия, да, или затруднение венозного оттока из полости черепа. И вообще как-то ребенок, знаете, так притормаживает слегка. То есть он, ну, то есть чувствуется, что потенциал у ребенка есть, а ресурса как бы у него не очень хватает, да. Вот это год укола. Тоже все равно когда. Все равно когда. Ну, как бы обычно такие дети редко бывают вялые, они такие вот расторможенные. То есть на ночь-то, конечно, не надо. То есть лучше утречком. Такие дети, кстати, часто просыпаются с головной болью, то есть просыпание с головной болью, или голова, ну, то есть давит на лоб, там как-то ощущения такие неприятные. Вот им год укола, то есть она тоже парафармацевтик, и мы тоже не пьем ее бесконечно долго, то есть месяц, ну, полтора. Потом делаем перерывчик, и можно снова к ней вернуться. Перерыв сколько? Ну, можно месяц сделать перерыв, снова вернуться. Дозировка? А дозировочка по одной, два раза в день. Три вот я никогда не использовала, поэтому что-то как-то вот хорошо было и на одной-два раза у людей, да? И детям тоже? А детям одну. Детям одну можно давать. Детям с утра? Да. Вот я пробовала давать детям с 5 лет. Обычно где-то вот с этого возраста начинаются, ну, какие-то особые нагрузки на ребенка, ну, у много желающих мам. Вот, поэтому как-то дети не справляются. И год укола всегда входит в программы решения вопросов с простатитом, потому что всегда есть венозный застой. Особенно год укола надо давать любимому мужчине, если он долгое время в течение дня находится за рулем. Или сидит в кресле, руководит кем-нибудь или чем-нибудь. То есть сидячая работа, и особенно в автомобиле, потому что кресла такие, что все-таки, ну, венозный застой более явный, чем просто, например, в кресле. Вот гинга, кот укола и год укола все-таки лучше после обследования уже, да? Или, а как тогда угадать, кому нужно венозный отток и приток и все аппаратно? Можно месяц пропить одну, а месяц другую. Совершенно спокойно. То есть, да, нормально. Да. We'll be right back.